На проводе. Ой, Верочка, ой, какая удача, это я, Маргарита. Нет у меня никакого приступа. Будет. Так вот, я сейчас привезу к тебе Хоботова. Его аппендикс что-то шалит. Резать к чертовой матери. Не дожидаясь перитонитов. Единственный прогрессивный шляп. Слыхал? Ты права моя, дорогая. С этим отростком пора кончать. Потерпи, Левушка. Аркадий, срочно ищите такси, Хоботова нужно в больницу. А что случилось? Аркадий, быстро, дело идет о жизни и смерти. Или вы снова не в состоянии? Сколько можно припоминать? Я же уже принес свои извинения.